твой мир, и бури успокой повели, и мути, Бог, слушаю тебя, и бездны, и моря, голос твой так велик. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус, жизнь даешь сухим костям, даешь дыхание мне. Даешь сухим костям, даешь дыхание мне, чтобы петь для тебя. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус, и страх молчит. Иисус, Иисус, приводишь тьму ты в трепет. Иисус, Иисус. Свет,
котором трепещет ад. Дорогие друзья, приветствую вас и хочу пригласить вас просмотреть программу «Последнее время». Я знаю, что Господь что-то будет говорить к вам сегодня. Откройте свое сердце, будьте предельно внимательны и наслаждайтесь посылаемым Словом Божьим к вашей жизни. Да благословит вас Господь. Увидимся в конце этой программы. Я понимаю, раньше христиане были гонимые, а теперь ранимые. Да, это признаки последнего времени. Люди будут искать учителей, которые льстили бы их слуху. Учителя, да, они скажут, это не грех, это проблема. Как сегодня огромные церкви в Соединенных Штатах, только потому, что там учителя, пастыря, они настолько лояльны к этим всем проблемам, которые ведут людей в ад. Лояльны, они никогда против шерсти ничего не скажут. Да, брат, да, конечно, да, мы тебя понимаем, мы все, да, вот такая проблема у тебя, да, ну ничего страшного, ничего страшного. Знаете, я всегда этот пример провожу. Если ты придешь к онкологу, и они посмотрят и увидят тебе раковую опухоль и скажут, ну мажьте зеленкой, пройдет, само собой, друзья, не пройдет. Не пройдет. Срочно хирургическое вмешательство, срочно другие способы, но не зеленочкой помажь, а делай что-то, чтобы предотвратить трагедию, предотвратить надвигающийся момент кораблекрушения в вере. Скажем на это аминь. Поэтому, конечно, я уже как бы стал, ну, привык быть крайним, привык быть последним, на кого, ну, как бы, после меня уже только на Бога обижаются. Я заметил эту классическую схему. Сначала на ближнего, потом на лидера, потом на пастора, а потом уже по знакомой протоптанной дорожке на Бога. Вы думаете, невозможно на Бога обидеться? Возможно, еще и как. Иов в 19 главе высказывает свое сердце, и это просто слова, которые я просто читал, думаю, вау, вот это да, картина Репина, «Приплыли» называется. 19 глава Иова, 6 стиха. Давайте почитаем. Это когда он попал в серьезные обстоятельства, когда он потерял многие вещи, когда страх, который предшествовал потерям, да, почему мы говорили, что то, чего я боялся, постигло меня, потому что страх притягивает несчастье. И вот смотрите, чем оно все заканчивалось. 19 глава с 1 стиха Иова. И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вы уже раз 10, вы срамили меня, не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, смотрите, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью». То есть во всех причинах, бедах был один субъект, да, или объект, вернее, это Бог. И вот смотрите, вот я кричу: «Обида!» И никто не слушает. «Вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, не могу пройти, и на стези мои положил тьму, совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу. И как дерево он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне, и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, знакомые мои забыли меня, пришли в доме моем, и служанки мои к чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их, зову слугу моего, и он не откликается, устами моими я должен умолять его, дыхание мое противило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднимаюсь, и они издеваются надо мной, гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня, кости мои прилипли к голове моей, плоти моей остался только с кожей около зубов. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня.
и так далее и тому подобное. Ужасные слова. Он не скрывает, он говорит, я обижен. Обида. Обида – это причина, когда вдруг в одно мгновение ты во всех видишь врагов. Ты во всех, как в розовых очках, знаете, в розовые очки, куда ни посмотришь, на цветы они розовые, на клавиши они розовые, на крест, белоснежный крест через розовые очки ты смотришь, и он розовый. Обида – это страшное состояние души. Слышите, братья и сестры? Это то, что мы никогда не должны допустить, потому что мы живые люди, мы несовершенные. Вот я, как человек Божий, я несовершенен. Иногда на тебя навалится столько всякой суеты, сколько забот, хлопот, и ты уже забыл, как тебя зовут. И ты идешь под таким грузом проблем, и вдруг ты встречаешь кого-то, и ты даже просто абсолютно случайно забыл с ним поздороваться. И человеку дьявол так посылает мысль, он не хочет с тобой здороваться, он игнорирует тебя, он плохой. И обида говорит, да, да, так и есть, здесь нет любви. Я всегда говорю таким людям, которые здесь нет любви, говорю, так принесите ее с собой, и она будет. Справедливо? С собой, нас нету, так вы принесите, осчастливьте нас своей любовью. Своей заботой, потому что мы люди, мы устали, мы на карачках иногда ползешь, и конечно, в таком состоянии, может, с кем-то и забыл что-то там поприветствоваться, перезвонить, то, другое, а дьявол уже накручивает, а дьявол уже старается показать тебе мир совершенно другими глазами. Друзья, давайте поспешим к совершенству, перестанем быть детьми, лучше будем детьми для греха, а будем взрослыми для духовных вещей. Мы призваны не для того, чтобы сесть на рифы. Мы призваны, чтобы не потерпеть, как минимум, кораблекрушение в вере. Скажем на это аминь. Еще одно место Писания. 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам 6 глава. С 1 стиха. 1 Коринфянам 6 глава с 1 стиха. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Как смеет кто, это послание к верующим людям, заметьте, это не для неверующих, к верующим, христианам, помазанным, коринфянская, одаренная, благословеннейшая церковь на тот момент. Как смеете, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить этот мир? Если же вами будет судим этот мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Маловажные дела. Какие-то мелочи. Ерунда на постном масле. Разве не знаете, что мы будем судить даже ангелов? Представляете, однажды ты, я, мы вместе с Богом у престола белого, который соберется все ангелы, все непокорившиеся Евангелию грешники, мы будем выносить приговор им. Не тем ли более дела житейские? Житие мое! Какая ерунда, какие пустяки, наступили тебе на больной мозоль. Скажи, слава тебе, Господь, что я уже не реагирую на эти мелочи в жизни. Амин. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который бы мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Позорят имя Господа тем, что никак не могут найти общий язык, примириться, забыть, покрыть любовью, благословить от всего сердца. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Братья и сестры, чего нам делить? Грешников на всех хватит. Зачем нам топить кого-то? Потому что когда ты топишь кого-то, ты думаешь, ты выплывешь выше. Абсолютно неправда. Когда ты кого-то унижаешь, ты прежде всего себя унижаешь. Ты создаешь имидж человека, который
как бы не пользуются Божьим авторитетом. И знаете, что дальше происходит? Смотрите. Для чего бы вам лучше? Скажите, лучше. Это намного лучше. Не оставаться обиженными. И для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Посмотрите, Павел говорит, когда я немощен, я силен. Когда я не обиделся, а обиду отдал в руки моего Бога, Он начинает восстанавливать справедливость в моей жизни. Все, что от тебя и меня зависит, чтобы мы не превратились в людей, которые сами пытаются заступиться за себя, сами пытаются поставить последнюю точку. Нет. Когда ты унижен, когда ты принимаешь решение, лучше я буду обижен, лучше я попрошу прощения. Даже если я не виноват, просто наперед попрошу прощения. Вдруг день большой заработаю. Знаете, как эти подлысники, батя неверующий утром просыпается, детей выстроил, такой будуна, еще не пришел в себя, и их начинает хлестать. Раз, раз, ляс, ляс, ляс. Они: папа, за что? День большой заработаете. Авансом раздаю наказание. Иногда мне хочется сказать: слушай, ну я же человек. Если ты на меня обиделся, научись, хватит бегать в памперсах. Давай, расти, брат, расти. Думаешь, меня никто не обижал? Если бы я тебе рассказал, у меня все духовное тело в шрамах. То один нож в спину, то кто-то ниже пояса боднул своим рогом. Вроде бы думал, овца, оказывается, баран рогатый. Пободали, избили. Че мне? Я смотрю на Иисуса, все мои проблемы кажутся просто детством по сравнению с тем, что Он прошел. Я смотрю на апостола Павла, он говорит, я сотни раз был в состоянии обидеться. Я отомщу, я восстановлю справедливость. Говорит, ну я научился благодушествовать. Скажи, благодушествовать. Душа моя находится в смирении, в спокойствии, в беззаботном состоянии. Зачем мне сердце рвать? Зачем мне за себя заступаться? Я научился благодушествовать в обидах. Как любить врагов, если у тебя их нету в природе? Они должны быть, чтобы ты научился любить врагов. Как молиться за обижающих? Помните, Иисус говорит, молитесь за обижающих. А кто? Меня никто не обижал. Попробуй меня обидеть. Я сама тебе... Как вот эта женщина, помните, в старом советском фильме, говорит, хорошенькое дело. Да я сама кого хочешь обижу. Словесный понос, 100 слов в секунду. Как молиться за обижающих, если тебя никто не обижает? Как вырабатывать в себе характер Христа? Христос пришел к своим, а свои не приняли Его. Христос мог на кресте за несправедливую расплату с Ним сказать: будьте вы прокляты! Но Он сказал: Отец, прости им, я благословляю их. Прости им, не ведают, что творят, потом поймут. Написано, не было и слова лести, и лукавства в Его устах. Это пример для нашего с вами подражания. Нам надо научиться проходить такие сложные жизненные, земные, суетные, житейские обстоятельства, не обижаясь. А если кто-то огорчил тебя, апостол Павел говорит, не лучше ли тебе остаться обиженным? Для тебя лучше, потому что твоя награда, характер вырабатывается, подобие Христа. Ты же христоподобный. Что такое христианин? Христоподобный человек, подобный Христу. Вы согласны со мной, церковь? И смотрите дальше. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом даже к стыду нашему у братьев. Или не знаете, и вот здесь очень важный ключевой момент. Или не знаете,
что неправедные Царство Божьего не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего, что? Не наследуют. Че ты обижаешься? Это его проблема, если он делает тебе зло. Он ответит перед Богом. Он однажды просто может перекрыть себе шлагбаум, придет к Царству Божьему, а Господь говорит: ты что, ты думал, ты будешь делать плохие вещи, ты думал, что это все тебе с рук сойдет? Нет. Поэтому мне важно, чтобы в моем сердце не было ничего из перечисленных вещей. Каждый даст отчет за себя. Скажи, каждый даст отчет только за себя. Только за себя. Ты не будешь отвечать за кого-то. Я не буду отвечать за кого-то. Я отвечу за себя. Вот почему обида – это моя проблема, если она у меня присутствует. Обида – это лично твоя проблема. Не реагируй, научись проходить. Оставайся обиженным. Да, но Бог восстановит справедливость. Придет время. Придет конкретное время, когда обиженных Господь поднимет и скажет: вот это настоящие люди, которые не просто назывались, но были моими сыновьями и дочерями. А некоторым будет все в точности да наоборот. Диаметрально противоположные вещи они услышат о себе. Диаметрально противоположные. Они думали, что они, обижая других, делая что-то, все так забылось, смирилось. Нет. Бог – это самый справедливый судья. Поэтому зачем мне брать роль судьи? Я не судья, я не хочу быть конкурентом Богу. Я отдаю в руки Господа. И это действительно то, что нужно тебе и мне. Неумение справляться с обидой. Неумение или нежелание. Это один из врагов, которые дьявол, знаете, как ложку дегтя бросает в бочку меда и говорит: ты обижен, ты, с тобой не так поступили, несправедливо. Даже если с тобой несправедливо, с Иисусом что? Поступили справедливо? Нет. С апостолом Павлом поступали справедливо? Абсолютно нет. С Петром, с Первоапостольской церкви. Весь мир их был недостоин. Помните, в послании к евреям в 11 главе говорит: весь мир их был недостоин. Тем не менее, они скитались, как изгои, отшельники. Они могли обидеться. Они могли отказаться от своей судьбы, от своего призвания. Но все пророки Божьи, друзья, все пророки Божьи, они были при жизни ненавидимы Израилем. На них плевали, их оклеветали, подкупали лжесвидетелей, говорили, как Христа, помните, он говорил не давать подать кесарю. Помните? Были такие заказные ситуации, когда они ждали любого как бы шанса, который бы дал бы им Христос. Он сказал не платить кесарю кесарева. Иисус говорит: покажите монету. Они раз ему динарий. Он говорит: что там нарисовано? Кесарь. Кесарь, царь, царская монета, отчеканенная. Говорит: я говорил отдавать кесарева кесарю, а Божье отдавать Богу. Десятину отдавать Богу. Ты можешь на меня обижаться, ты можешь меня называть религиозником, как угодно, но из песни слов не выбросишь. Друзья, мы подошли к самой финальной, самой важной части этой программы, когда я хочу предложить вам совершить вместе со мной молитву покаяния. Эта молитва навсегда изменит всю вашу жизнь. Если вы это скажете от всего своего сердца, Господь войдет внутрь вас, и вы станете другим человеком, новым творением во Христе Иисусе. Закройте свои глаза и повторите своими устами эти простые слова молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в этой молитве через Сына Твоего Иисуса Христа. Я осознаю, что я грешен и что я нуждаюсь в Твоем милости, в Твоем прощении.
прости меня за мои грехи. Я верю, что Твой Сын Иисус умер за меня и воскрес на третий день для оправдания моей жизни. Иисус, запиши мое имя в книгу жизни и стань моим личным Господом и Спасителем. Благодарю Тебя за это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, если вы это сделали сегодня от всего своего сердца, произнесли слова Иисуса как своего Господа и Спасителя, Бог обещал простить все ваши грехи и беззакония. И с этого момента вы стали Его ребенком, Его детем. И Господь будет уже помогать вам преодолевать ваши трудности и разные проблемы в вашей земной жизни. Я рекомендую вам делать некоторые важные вещи. Первое. Начните молиться своими словами к Небесному Отцу. Он слышит уже любую вашу просьбу и обязательно будет вам помогать. Второе. Читайте Слово Божие, потому что это духовный хлеб, из-за которого вы будете расти в жизни, в духовном понимании этого слова. Третий момент. Найдите поместную церковь. Это семья, которая даст вам возможность укрепиться в вере. Четвертое. Смотрите наши программы. Вы будете благословлены тем, что звучит с этой кафедры. И пятое. Подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях. Вы первыми будете узнавать все, что происходит в церкви «Дверь в небо». И также будете наслаждаться проповедями, которые звучат с этой кафедры. Мы любим вас и благословляем. Да благословит вас Господь. Аминь.